Успеть в первую 1000 дней жизни. Речь о детях с врожденными патологиями центральной нервной системы, нарушениями функций движения и речи. До 3 лет еще можно исправить эти проблемы. Если не победить, то хотя бы облегчить симптомы болезни. Об этом специалисты напоминают сегодня, в Международный день инвалидов. Таким пациентам в белорусских медучреждениях помогают постоянно. Новый уровень – делать это комплексно. В Могилевской областной детской больнице работает ресурсный центр раннего вмешательства. Под контролем неврологов, инструкторов лечебной физкультуры, дефектологов. Пациенты произносят первые слова и делают первые шаги. Наш центр раннего вмешательства, который открылся в марте этого года, он и как бы помогает родителям не упустить самые главные моменты в жизни развития ребенка. Наша задача не только помочь в развитии этих детей, наша задача и научить родителей организовать в домашних условиях вот данные занятия. После того, как мы подписали конвенцию о людях с инвалидностью, дело пошло очень быстро и хорошим темпом. И Могилевская область один из чемпионов, потому что здесь очень хорошие областные руководители и руководители разных звено. И служба становится популярным. По проекту ЮНИСЕФ и правительства России в Беларуси уже появились 28 таких центров. В Могилевской области их 5. Работают не только при больницах. В областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации тоже занимаются с пациентами по принципу раннего вмешательства. Сейчас здесь 30 детей с инвалидностью, у которых появился шанс восстановиться и в будущем ходить в обычные детские сады и школы.